Друзья мои, друзья, давно я не выходила на связь, так как мы едем на конференцию со встречи моим президентом, мы идем за покупками. Мне что-то купить приличное, костюмчик. Мне мой муж купил такие наряды. Так много здесь людей, так переполнено. Такие цены, просто можно обалдеть. Потом случайно нашли подходящий вариант. Денег надо много очень. Все подорожало в Турции. Один пиджак 3000 стоит. Я не купила пиджак. Я взяла брюки классические, блузы черные. Потом покажу вам белую. Красота. Я так себя классно ощущаю в этом Мельсине форуме. Как будто где-то в большом, огромном городе. В Стамбуле как будто. Обожаю Стамбул. Обожаю. Скоро здесь будет все готовить к Новому году. Сейчас пока ничего не чувствуется. Мои подарочки. Мавиш! Вы знаете, как мы его разбаловали? Он уже с нами за столом сидит. У нас такой вкусный ужин был. После покупок мы так с Сашкой вам проголодались. Мой муж меня пригласил в ресторан, и я подумала, что 500 лир нам пригодятся в дороге в Анталию. Давай его в клетку. Он у Неви. Ты обкакал тут. Весь день мы дали ему свободу. Вы понимаете? Да? Эвет, наш орел. Мавиш. Насыл гюзель учьер. Мавиш. Мавиш. Мавиш, гель. Мавиш. Я на номере. Я. Мой муж с ума сошел. Я. Брюге. Мавиш. Мавиш. Я. Я в шахма. Всем привет, мои дорогие. Наверное, вы соскучились по мне. Вы уж простите. Я готовлюсь к такому грандиозному событию. Встреча с бизнес-партнерами из разных стран мира. А также с президентом нашим. Это была мечта моя 4 года. И поэтому некогда даже... никуда отвлечься, не до видео. Вот действительно, курс нейрографики не получится, а может и получится. Еще есть 2 вечера, мы уже заказали билеты, все готово у нас. Деньги готовы, билеты готовы. Попугайчика оставим у друга, потому что он один не сможет, он очень любит общение. Я сейчас покажу вам, что он вытворяет. Он Ашкема обожает. Я там вчера 2 часа гладила в комнате, переглаживала белье, а он так заглянула в дверцу, а он сидит у него на плечах, на голове. Этот тащится, с ума сходит, все за него думает. Так вот, мои дорогие, чем я занимаюсь? Я приготовила сейчас, утром была на маникюре, такой красивый маникюр, решила сделать красный. Сначала хотела сделать французский, светло, а потом у меня такой наряд, потом покажу вам обязательно, черного цвета, поэтому под него подошло красный маникюр, и будет красно-яркая помада. Я пришла, завтра я иду к стилисту приводить свои волосики в порядок, подстричь, покраситься, я покрасилась уже. И сейчас, мои дорогие, у меня тут и стирка, и готовка, покажу, чем я занимаюсь. Мы едем на несколько дней, точно не могу сказать, ну, на 3-4 это точно, и решили совместить приятное с полезным, с мужем встреча будет. Мне кажется, это будет просто самое замечательное время. Спасибо моему ГИКУЭСу, что я могу вот так вот поехать. Мои дорогие друзья, сейчас покажу нашего проказника. Ну и все подробности потом, после нашей встречи. По приезду увидите видео. Ну, а это наше сокровище. Он очень хулиган стал, такой шладкий.
Да, камеру не боится, обожает камеру. Хочет выйти, не хочет сидеть абсолютно. Ашкем его балует с утра. Пока меня нету, он уже летает, какает везде, но это после того, как приеду, с этим будем заканчивать. Смотрите, что делает. Он хочет вылезти. Он хочет вылезти. Мавиш, ты что делаешь? Он не реагирует, а уже привыкает к нам. Мавиш, гель, Мавиш, гель. Посмотрите. Мавиш, гель. Гель, Мавиш, гель. Мавиш, гель. Вы видите? Садится. Давай. Ой, ты мой сладкий. Он думает, что я его выпущу. Мой мальчик, как приятно. Поэтому Ашкем с ума сходит. Такой сладкий он. Так, покажу, что я готовлю. Здесь у меня запекается курица на соли. Решили, вчера мы жарили канатики, крылышки. Я не успела вам ничего снять. Такая была никакая после торгового центра. Здесь я отварила цветную капусту. Сегодня базарный день, мы чуть-чуть купили чего. Здесь у меня брокколи варится. Здесь все доедаем, а здесь грибы в сливочном соусе. Вот так вот, такой ужин, надо все доедать, пока мы здесь. Мой тоже пошел к своему мастеру, придет красавчиком. В общем, у меня такая подготовка. Сейчас скоро вебинар. Ой, так будет классно, я уверена. Снимаю, конечно, все, потому что первый раз в Анталии. Да, первый раз, хотя здесь близко находимся. Надо вешать белье мое. Вешаю, стираю, глажу, вешаю, стираю, глажу. Вот так. Вот ради этого общения с вами я люблю YouTube. Потому что у тебя на сердце? Что у тебя на душе, ты можешь это все высказать с моим любимым зрителем. А что и о чем? Смотрите дальше, не переключайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И смотрите, слушайте меня дальше. Что это на меня нашло с утра пораньше? Привет, друзья мои. Бегу сейчас, как всегда. Вот решила с вами поговорить. А у вас бывает такое в жизни, когда ты что-то хочешь одно отпускать, какой-то момент оставлять и стремиться к другому, да? Наверное, бывает у вас такое. Вот у меня сейчас такой момент. Я вообще решила отпустить все остальные мои дела и направить все свое время в дорогу. У меня и не хватает времени на все остальное. Это так классно, когда ты не привязана к телефону, к камере и живешь своей обычной жизнью. Но, естественно, происходит выгорание, да? Понимаете, у меня выгорание происходит. Так вот, мои дорогие, но все-таки, несмотря на это выгорание по поводу YouTube, я хочу вам сообщить о том, что я получила очередной сюрприз от жизни, от Вселенной, от мира. Бога. Моя подруга, фея-волшебница, ангел-хранитель, я не знаю, в честь нашего 5-летия с мужем подарила нам проживание в 5-звездочном отеле в городе Анталии. Вечером произошло это событие. Она мне позвонила резко и говорит: скажи мне свои паспортные данные. Когда она мне начала рассказывать про этот отель, я говорю: Оля, подружка моя дорогая, у нас нет такой возможности. И я считаю, что нецелесообразно сейчас проживание в таком 5-звездочном отеле, где все включено. Но она настаивала, потом говорит: подожди, я хочу вам подарить с вашим мужем вот это вот времяпрепровождение, где вы не будете думать ни о чем, ни о том, как где и покушать. Я была в шоке, у меня пошли слезы, потекли слезы. Да что ж такое, ё-мать, простите.
мне потекли слезы, и я сама затряслась вся, потому что я не понимала, это происходит со мной. Это немалые деньги, друзья. Три ночи проживания в пятизвездочном отеле, где все включено, это немалые деньги. Я так взяла себе руки, так спокойно, и говорит, когда она меня просила переслать фотокопии наших паспортов, я от того, что у меня тряслись руки, не могла нормально сфотографировать с первого раза. Эндеру говорю, принеси паспорт, Оля нас так и так делает, приглашает, угощает, не знаю, кормит, поет, одевает. Он тоже одурел, турок одурел, я первый раз увидела его в таком состоянии. Вы понимаете, это были какие эмоции? Естественные, натуральные. Потому что... Почему? Да потому что никогда в жизни... Ну, никто мне не делал такого. Я никогда не выигрывала. Ни в лотерею, ни в этот. Я не знаю, что это такое бесплатно. Я за все в этой жизни плачу. За все абсолютно. Поэтому для нас это было очень странно. Сейчас я бегу не накрашенная, потому что скоро нужно приводить себя в порядок. Такая очередь. И вот сразу перекидываюсь туда-сюда. Я вот до 3 часов, мы все и в этом отеле копошились, в интернете смотрели. Ну, это очень дорого. Там на наши лиры 3000 пребывания одной ночи. Лир! Друзья, 3 ночи 10 тысяч, да. Хорошая пенсия. Пенсия месяц за 3 дня. Так вот, мои дорогие, и мы там и хамам есть, и все, поэтому, естественно, мы и все попробуем. Сходим на массажи, на хамам, потому что за все позаплачено. И вот в таком состоянии мы с мужем пребываем. Берем самое лучшее, что есть у нас. Готовимся. Через 4 часа мы едем дорогу. Нет, через 5 выходим. И у меня случилось, знаете, что сегодня? Мой ноготь, который я заплатила немалые деньги, я обнаружила, что он поломался сегодня или вчера. И вот я иду переделывать. Не знаю, как это произошло. У меня столько раз было гелевый маникюр наносили, никогда этого не было. Господи, как вкусно мы поели сейчас домашние яйца с сырами, авокадо. Мне кажется, все на сегодня достаточно. Так вот, вот такие новости. И у меня физически не хватает что-то вам напечатать, опубликовать, какой-то пост напечатать, опубликовать. Вообще все, ничего не хочется. Все. Я как-то остыла-подостыла. На это считаю, что не буду время тратить. Оно мне не приносит ничего, буду вкладывать туда, куда хочу. Я вчера, кстати, перешила свой костюм брючный. Вот это Света молодец. Я довольна своей работой. Вот в этом направлении надо действовать и двигаться, и не тратить время на пустые. Хотя у меня ничего нет пустого, у меня все идет как надо. Просто какой-то период нужно, чтобы не все, я не бросаю ничего, но какой-то период... Останавливаюсь, да? Запасаюсь энергией, продолжаю. Наговорила вам, друзья мои. Все, мы готовимся. Ждите в будущем, в ближайшем наших видео. Такие здесь умные люди, друзья мои. Воспользуюсь зеркалом. Поснимаю себя. У нас-то сегодня такая жара. Я ругала мужа, почему он меня заставил одеть курточку. Жаркую курточку. Всем привет, друзья мои. Я нахожусь в салоне. Сейчас буду подстригаться. Ну, не так радикально, но чуть-чуть. Привести себя в порядок. Я тут с девочками, своими подружками нахожусь в салоне. Готовлюсь, усиленно готовлюсь к поездке. Для меня это начало новый этап в жизни, можно сказать. Вот так сидим мы здесь, переполнены салон, очень довольны этим специалистом.
Так что, если вы хотите в Мельсине попасть, подстричь волосы, покрасить за приемлемую цену, можете мне писать, я подскажу вам. Еще и маникюр здесь делают. 3 раза дешевле. Цены вообще бомбические. В каком смысле? Цены низкие. Что? Пишите мне, и я вам подскажу. Вот ради этого общения с вами я люблю YouTube. Потому что у тебя на сердце, что у тебя на душе, ты можешь это все высказать с моим любимым зрителем. А что и о чем? Смотрите дальше, не переключайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И смотрите, слушайте меня дальше. Что это на меня нашло с утра пораньше? Привет, друзья мои. Бегу сейчас, как всегда. Вот решила с вами поговорить. А у вас бывает такое в жизни, когда ты что-то хочешь одно отпускать, какой-то момент оставлять и стремиться к другому, да? Наверное, бывает у вас такое. Вот у меня сейчас такой момент. Я вообще решила отпустить все остальные мои дела и направить все свое время в дорогу. У меня и не хватает времени на все остальное. Это так классно, когда ты не привязана к телефону, к камере и живешь своей обычной жизнью. Но, естественно, происходит выгорание, да? Понимаете, у меня выгорание происходит. Так вот, мои дорогие, но все-таки, несмотря на это выгорание по поводу YouTube, я хочу вам сообщить о том, что я получила очередной сюрприз от жизни, от Вселенной, от мира, от Бога. Моя подруга, фея-волшебница, ангел-хранитель, я не знаю, в честь нашего 5-летия с мужем, подарила нам проживание в 5-звездочном отеле в городе Андали. Вечером произошло это событие. Она мне позвонила резко и говорит: скажи мне свои паспортные данные. Когда она мне начала рассказывать про этот отель, я говорю: Оля, подружка моя дорогая, у нас нет такой возможности. И я считаю, что нецелесообразно сейчас проживание в таком 5-звездочном отеле, где все включено. Но она настаивала, потом говорит: подожди, подожди, я хочу вам подарить с вашим мужем вот это вот времяпрепровождение, где вы не будете думать ни о чем, ни о том, как где покушать. Я была в шоке, у меня потекли слезы, и я сама затряслась вся, потому что я не понимала, это происходит со мной. Это немалые деньги. Друзья, 3 ночи проживания в 5-звездочном отеле, где все включено, это немалые деньги. Я так взяла себе руки, так спокойно, и говорит, когда она мне просила переслать фотокопии наших паспортов, я от того, что у меня тряслись руки, не могла нормально сфотографировать с первого раза. Эндеру говорю: принеси паспорт, Оля нас так и так делает, приглашает, угощает, не знаю, кормит, поет, одевает. Он тоже одурел, турок одурел. Я первый раз увидела его в таком состоянии. Вы понимаете, это были какие эмоции? Естественно, натуральные. Потому что... Почему? Да потому что никогда в жизни... Ну, никто мне не делал такого. Я никогда не выигрывала ни в лотерею, ни в этот... Я не знаю, что это такое бесплатно. Я за все в этой жизни плачу. За все абсолютно. Поэтому для нас это было очень странно. Сейчас я бегу не накрашенная, потому что скоро нужно приводить себя в порядок. Такая очередь. И вот сразу перекидываюсь туда-сюда. Я вот до 3 часов, мы все и в этом отеле копошились в интернете, смотрели. Ну, это очень дорого. Там на наши лиры 3000 пребывания одной ночи. Лир! Друзья,
три дочи, 10 тысяч, это хорошая пенсия, пенсия месяц за три дня. Так вот, мои дорогие, и мы там и хамам есть, и все, поэтому, естественно, мы и все попробуем. Сходим на массажи, на хамамы, потому что за все позаплачено. И вот в таком состоянии мы с мужем пребываем. Берем самое лучшее, что есть у нас. Готовимся. Через 4 часа мы едем дорогу. Нет, через 5 выходим. И у меня случилось, знаете, что сегодня? Мой ноготь, который я заплатила немалые деньги, я обнаружила, что он поломался сегодня или вчера. И вот я иду переделывать. Не знаю, как это произошло. У меня столько раз было гелевый маникюр наносили, никогда этого не было. Господи, как вкусно мы поели сейчас домашние яйца с сырами, авокадо. Мне кажется, все на сегодня достаточно. Так вот, вот такие новости. И у меня физически не хватает что-то вам напечатать, опубликовать, какой-то пост напечатать, опубликовать. Вообще все, ничего не хочется. Все. Я как-то остыла. На это считаю, что не буду время тратить. Оно мне не приносит ничего, буду вкладывать туда, куда хочу. Я вчера, кстати, перешила свой костюм брючный. Вот это Света молодец. Я довольна своей работой. Вот в этом направлении надо действовать и двигаться, и не тратить время на пустые. Хотя у меня ничего нет пустого, у меня все идет как надо. Просто какой-то период нужно, чтобы не все, я не бросаю ничего, но какой-то период останавливаюсь, да, запасаюсь энергией, продолжаю. Наговорила вам, друзья мои, все, мы готовимся, ждите в будущем, в ближайшем наших видео. Такие здесь умные лифты, друзья мои. Воспользуюсь зеркалом, поснимаю себя. У нас на сегодня такая жара. Я ругала мужа, почему он меня заставил одеть курточку. Жаркую курточку. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.